Однажды из космоса прилетели инопланетяне. Люди испугались, что их поработят. Правители созвали армию и приказали готовиться к бою. Пришельцы полетели ближе, и все орудия принялись стрелять. Вдруг снаряды зависли в воздухе, и земляне услышали голос. «Мы пришли с миром. Много веков мы наблюдаем за вами, и всю свою историю вы враждуете. Как вы до сих пор не поняли, что война – это не решение? Посмотрите, что случилось с другими планетами, на которых мерились силами. У таких историй всегда один и тот же конец. На каждую силу найдется еще большая сила. После того, как вы выпустили все снаряды, у вас есть всего два пути. Первый – вы все должны научиться договариваться и решать все мирным путем. Тогда оружие на планете бесследно исчезнет. Второй – вы предпочитаете войну, и все ваши снаряды упадут вам же на голову. Что вы выбираете?»